Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новая регдал игра в стиле Майнкрафта под названием Stickman Warriors Minecraft Online. Игра вышла недавно, сейчас ребята очень медленно набирают популярность, поэтому давайте поможем разработчику, скачав приложение по ссылочке в описании. Давайте зайдем в магазин и посмотрим, что у нас здесь имеется. Различные скины. Довольно-таки очень много различных скинов. Также имеется множество оружий в стиле Майнкрафта и различные бустеры, чтобы все происходило быстрее. Давайте зайдем в настройки. Язык у нас русский, джойстик у нас слева, кровь включена, звуки включены, музыка тоже включена. И также можно, ребята, выбрать задний фон. Давайте выберем вот, почему бы и нет, и нажмем «Играть». Здесь у нас имеются режимы игры онлайн, где вы будете играть с другими реальными игроками, но я зашел в эту игру без интернета, поэтому я буду играть в одиночку. Выбираю один игрок и буду играть. Вот еще режимы игры. Это уровни, добыча золота, защита и зомби-атака. Я, ребята, сейчас поиграю в уровни, и потом вместе с вами мы еще поиграем на режиме зомби. Посмотрим, что будет там. Ссылочка в описании, как вы уже поняли, а также не забываем ставить лайк, подписываться на канал и писать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Так, вот, ребята, у нас Стив, давайте его быстренько сейчас уничтожим и будем двигаться с вами дальше. Так, отличное попадание, и сейчас... Во-во-во, золото есть, я нашел золото, еще надо золото... Так, тихо. Так, где ты? Я так сильно разогнался, и ты не вовремя появился, но я здесь немножечко получил. Так, где... Вот, отлично, я попал. Так, и здесь мы давим, ребята, все. Мы его победили и заработали деньги. Двигаемся дальше, нажимаем на старт, идет отчет. И все. А так, ребята, прикольная игрушка, если вы любите регдал игры, тем более в стиле Майнкрафта игрушки, то эта игра вас должна заинтересовать, поэтому обязательно скачайте ее. И просто-напросто поиграйте, вдруг понравится. Так, следующие уровни становятся все сложнее, потому что, как видите, есть у нас уже различные, так сказать, повреждения от различных предметов. Иглы какие-то уже торчат. Так, золото надо. Так, отлично, попали. И давай. Так, у меня осталось 2 сердца, и я победил. Так быстро я всех побеждаю. Я просто мастер. Но тут у нас уже, ребята, не просто Стивы, а зомби. И дальше все будет сложнее и сложнее. Так что должна вас заинтересовать игрушка. Ну вот просто-напросто должна. Ну мы его сейчас быстренько уничтожим. И давайте 7-й уровень пройдем с вами. И потом мы уже поиграем на режиме зомби-атака. Аж мне вот просто-напросто интересно. Что же там все-таки будет? Ой-ой-ой-ой, как же все-таки, видите, сложно. Я же говорю, все потом будет сложнее и сложнее. Я был прав. Так, я попал. Так, Стив, умирай. Ох ты, ё-моё, ребята. Так, есть, отличное попадание. Вон есть жизнь. Надо взять ее. Так, ух, что же творится? Ну, мы должны есть, ребята. 7-й уровень мы прошли, давайте возвратимся в меню, у меня уже 5800 золота в магазине, давайте мы с вами сейчас что-нибудь купим, а точнее новый скин, например, вот маг, за 4,5. Все, ребята, используйся, нажимаем играть, выбираем один игрок, и вот зомби-атака. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь я все знаю, что джойстиком нужно управлять, ну, все понятно. Так, у нас, смотрите, ребята, новый персонаж, ух ты, ё-моё, вау! Ребята, смотрите, какой он резкий. Офигеть. По сравнению с тем, который у нас был, это просто-напросто что-то совсем другое какое-то. Реально магическое. Он слишком быстрый, резкий. Это то, что мне надо. Но дело в том, что здесь зомби тоже непростые. Нет, так им неудобно управлять таким резким персонажем. Так вообще неудобно, ребята. Вот, я одного уничтожил. А, здесь просто, как бы, знаете, бесконечная атака. Как только мы убиваем первого зомби, появляется второй, потом третий, четвертый, пятый. И вот так вот, ребята, на зомби-атаке вы и рубитесь. Так, уничтожаем его. Уничтожаем, говорю. Так, где ты? На, все, ребята, мы с вами проиграли. Ну, давайте уже и посмотрим защиту, почему бы и нет. Давайте уже на все режимы посмотрим. Так, защита. Я все понял, что нужно нам здесь сделать, защищать. Все понятно. Вот эту фигню мы должны с вами сейчас защищать и, естественно, не умирать. Как видите, он нас сильно не трогает так.
но трогает вот эту вот фигню, вот эти вот алмазы. И поэтому мы должны защищать. Защищать, защищать, защищать. Ну, ух ты. Какой-то, а? И время еще идет. Трудно, трудно, трудно. Так, стой, 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 стой. Не трогай, не трогай. А, зомби ты человек, а? Как же все-таки, ребята, трудно, если честно, управлять этим магом. Но все же он очень резок. Тот первый персонаж у нас, который был, да, обычный этот Стив... Он был такой медленный, и как было, и как бы, знаете, легко было им управлять. Но здесь уже все иначе, все-таки персонаж у нас выше первого, да, естественно, намного раз. Потому что, смотрите, сколько я денег набрал, и тут бас его сразу купил. Нормально так. Так, давайте его быстренько уничтожим. Смотрите, как только... Ты застрял? Бывает. Ну, давайте возвратимся в меню и нажмем играть, выберем первые игроки, добыча золота. И здесь мы уже с вами попрощаемся. Ребята, не забываем о том, о чем я вас попросил в начале ролика. Это лайк, подписка, комментарий. Пожалуйста. Ну, здесь, ребята, тоже все понятно. Добываем золото. Вот, вот так это все выглядит. Прикольненько, да? Офигенный режим. Думаю, многим он понравится. Так, вон золото, вот золото, вот золото, вот золото. Давай, 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 давай. Давай, колдун, маг, давай, вообще, мне пофиг, кто ты, ну, добывай, добывай, добывай. Ну, как же все-таки, ребята, будет нам тяжело добывать золото здесь, и интересно, что же будет находиться там, в конце, на самом низу. Поэтому, ребята, думаю, вы обязательно это посмотрите. Ага, не посмотрите, здесь дается же определенное время, я что-то, ребята, сразу это время не заметил, но все же давайте зайти... 15 секунд, мы с вами попрощаемся. Это все, и всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, и пока.